меня внезапно разбудил тяжелый топот ног. Быть может, слон к нам приходил, а может, носорог. Сбылась мечта моей семьи, торжественный момент. Нам пианино привезли, прекрасный инструмент. Мы купили пианино, сколько клавиш у него. Ого! Мы купили пианино, интересно для кого. Папа занят, мама тоже, остаемся я и дед. Только мы играть не можем, потому что слуха нет. Стоит, как мама у стены, несчастный инструмент. Мы пояснилось стирать должны, других талантов нет. Приходит нам один сосед, и папе с мамой мстит. Какой прекрасный инструмент, как здорово блестит. Мы купили пианино, сколько клавиш у него. Ого! Мы купили пианино, интересно для кого. Папа занят, мама тоже, остаемся я и дед. Только мы играть не можем, потому что слуха нет. Решили все-таки продать мы этот инструмент. Но попросил нас подождать знакомый наш сосед. Сидит, играет день и ночь, с ума сойдешь от гам. Соседу мы смогли помочь, а кто поможет нам? Мы купили пианино, сколько клавиш у него. Ого! Мы купили пианино, интересно для кого. Папа занят, мама тоже, остаемся я и дед. Только мы играть не можем, а играет наш сосед.